В начале боя я даже засомневался, что это наша доблестная игра WOT Blitz. Вы только посмотрите на это адекватное общение в чате. Тем не менее, задача нашего героя явно не переписка с танкистами. Он сразу понял, что на центре дела не будет, ведь вся команда поехала на ТТ направление. Он успешно разменивает ХП своей команды. А зачем подставляться в начале боя, если урон можно наносить абсолютно бесплатно, так же, как и ставить лайки под видео. Тем не менее, общение в чате во время боя к добру не приводит. ИС-7 улетел в ангар из-за переписки с танкистами, а вражеская Яга совершила ошибку и выехала в бой на танке без башни. Осталось два врага, и наш боец буквально зажат в тиски. АМХ прототип опытный боец и тянет время до приезда своего союзника. Но, как мы знаем, надеяться на союзников можно, но только не в нашей игре. Осталось победить дуэль. Наш герой на перезарядке барабана. Он использует французскую динамику, колесит вокруг насыпи и подставляет бой под свои правила. Давая возможность врагу стрелять один раз на размен целого барабана, наш герой на опыте побеждает в одиночку 4 врагов, за что заслуживает вашу поддержку в виде лайка, а для меня подписки на канал будет достаточно.